студентка из Вьетнама Фан Хань Гун получила короны конкурса красоты, который проходил в Маниле. Обладательницей титула «Мисс Земля 2018» стала 23-летняя представительница Вьетнама Фан Хань Гун. Об этом в субботу, 3 ноября, сообщила пресс-служба конкурса в Сыбук. Награждение состоялось в столице Филиппин Маниле. Как пишет издание Rappler, Нгуен изучает маркетинг в университете, свободно говорит на английском языке и любит котов за их умение адаптироваться к окружающей среде. В презентационном ролике девушка рассказывала об экологическом проекте по сохранению реки Меконг на юге Вьетнама. Отмечается, что титулы «Мисс Огонь», «Мисс Вода» и «Мисс Воздух» получили конкурсантки из Мексики, Колумбии и Австрии. Конкурс «Мисс Земля» проводится с 2001 года на Филиппинах и входит в большую четверку самых крупных и престижных соревнований наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс Мира» и «Мисс Интернешнл». Он направлен на повышение осведомленности о проблемах окружающей среды.